Спецназ – это не только личное мужество и умение в считанные секунды принять единственное правильное и верное решение. Это еще и подготовка. Я бы сказал, сверхподготовка. И вот от этой подготовки зависит возможность бойца выжить в реальной, экстремальной, сложной боевой ситуации. И сейчас у нас в гостях боец, преподаватель Академии ФСБ по рукопашному бою и спецтактике, мастер спорта по гиревому спорту, обладатель 8-го дана по карате, человек, который прошел школу спецназа, и мой хороший друг и товарищ Сергей Бадюк. Добрый вечер. Я очень волнуюсь. Я был совсем маленьким пацаном, когда я посмотрел фильм «В зоне особого внимания» и сразу решил, что я буду разведчиком-десантником. И я стал им. Мне повезло, я попал служить в 8-ю отдельную бригаду спецназначения. И эти 2 года определили всю мою дальнейшую жизнь и судьбу. Я поныне благодарен своим первым учителям по рукопашному бою и боевой подготовке, старшему лейтенанту Фролову, он сейчас здесь в зале, и генералу Чубарову. Я знаю, что он тоже где-то здесь в зале, поаплодируем им. В спецназе мало выполнить задачу. В спецназе бойцов надо возвращать домой живыми. Это самое главное. И для этого необходим высочайший уровень специальной подготовки, частью которой является рукопашный бой. Поэтому давайте вспомним всех наших инструкторов по рукопашному бою, которые делали все для того, чтобы бойцы возвращались живыми. Храни вас Бог, с праздником! Спасибо инструкторам, которые готовят наших ребят, наших бойцов, уметь побеждать и выживать в любой самой сложной обстановке. И возвращаться с командировки живыми. Помнят объятия рук, звезды, огонь. Снова горячий юг ждет эшелон. Нервы стальной струной бьются в груди. Вот и сошлись с войной наши пути. Жребий один на всех брошен судьбой. Станем щитом для тех, кто за спиной. Образ любимый глаз в сердце храним. Даже в последний час тянемся к ним. Командировка на войну, значит, пришел наш час. Командировка на войну вновь собирает нас. Командировка на войну, пекло входной билет. Командировка на войну в сердце оставит след. Горький глотает дым, спорим с огнем. Смерти в глаза гляди, ночью и днем. Если свинцовый град горе несет, значит, нельзя назад, только вперед. Бросим закат плечом, мирный рассвет.
прожить еще тысячу лет, чтобы смотреть в поля добрые сны. У тишины командировка на войну, значит, пришел наш час. Командировка на войну вновь собирает нас. Командировка на войну. Командировка на войну, значит, пришел наш час.